у нас здесь, надеюсь, что будет видно, P40. Вот и получилась очередная насадочка. Вот в итоге сделал я такую насадочку. Ну, это насадочки будут под молотки, я так думаю. Все это у нас полиуретан. Пластика-резина или резина-пластик, они разной жесткости. Вот эти вот прям видно, можно пальцем попродавить. Есть такая шкала Шора, по ней меряется жесткость, там 60, 70, 80, 90, ну, в данном случае вот 90 здесь. Вот они такие самые жесткие, вот здесь чуть помягче и самые мягкие. Это ребята на каком-то производстве у меня знакомые работают и вот отливали прям в таких пластиковых стаканчиках. Там у них целое производство, как бы достаточно сложное. На коленке это не повторить в гараже. Есть вариант, у них там остается. Они наделали, наотливали. Вот, и можно попросить, чтобы сделали. Я думаю, это не только у нас, но и в других городах есть. Можно наделать себе насадочек разной жесткости и ими успешно работать. Вот я решил такой сделать пробный вариант насадочки. Сейчас посмотрим, что с этого получилось. Как мы видим, здесь плотность 90, то есть это самая жесткая заготовка. Вот эта заготовочка самая мягкая, по-моему, здесь 40-ка, она вот даже руками сжимается. Обалдеть, вот это центровка. Вот она, заготовочка очередная. Как мы видим, даже после болгарки такой грубой обработки она даже блестит у нас. Она такая мягковатая. Вот, ну что, будем пробовать, что из этого получится. Я это все позиционирую в основном как ударный инструмент, которым будем забивать какие-то ребра, вмятинки, ну и так далее. Все это покажет обкатка. Вот что получилось. Заготовочки. Здесь даже глянец. Обработка пока что на грубую. Ну что могу сказать. Даже при обработке было видно, что, допустим, здесь, вот где
он такой матовый материал, стружка более, так сказать, плавилась. Здесь материал лучше обрабатывается, значит, по жесткости или по мягкости начнем. Вот, вот это самый мягкий материал, это чуть-чуть пожестче, и это еще более жесткий материал. Вот пока что так. Решил вот такой вот шарик сделать. Он тоже для блендинга понадобится. Здесь, конечно, есть нюансы. Неоднородность отливки. Но все-таки получился хороший, нормальный шарик. Все это будет обкатываться. Вот итог. Получился наборчик такой. Это насадочка немножечко овальчиком. Это более плоская насадочка. Здесь немножко мы видим, сфера сделана. Это жесткие насадки, ну условно жесткие. Вот эти мягкие. Здесь вот сфера тоже чуть-чуть присутствует. А это я решил сделать шариком. Вот у меня тут куча всяких шариков есть. Просто они разной жесткости. Вот эти вообще очень жесткие, как костяные. Вот этот по сравнению с ними вообще мягкий. Чем-то напоминает, по-моему, на 2105. Ну, кто помнит старые машины, были такие Жигули, ВАЗ-2105. И, по-моему, на шестерке. Ну, уже не буду, как говорится, врать, но, по-моему, на пятерке. Вот такой вот был на переключении похожий. Он так, по мягкости мне напоминает. На балдашничек, на ручке переключения передач. В общем, вот такой вот набор заготовочек. Все это будет обкатываться. Вот, и потом будет использоваться в тех или иных случаях. Вот так вот это выглядит сейчас. Это все на обкатку. И сколько бы ни было этих всяких насадок, приспособочек, принцип один. Чем больше у нас есть инструментов, насадок, там пробойников, крючков и так далее. Вот предыдущий вариант. Вот, тем у нас больше возможностей в каком-то том или другом случае выбрать более оптимальный инструмент для какой-то работы. Поэтому вот я экспериментирую и делаю всякие такие поделочки. Надеюсь, они будут полезны не только для меня. Идея эта не новая. Вот так же, как раньше, был крючок с одной насадкой. Потом додумались ставить сразу две насадки. Для начала, при первоначальном подъеме вмятины, мы пользуемся более овальным, с большей площадью окончанием. Потом уже чистка осуществляется более острым окончанием. Вот так же и здесь принцип такой же. Здесь более овальное окончание, оно более жесткое. Это окончание уже как бы поострее. Ну, я условно говорю, поострее. И оно более мягкое. Вот примерно так. Берем и калашматим. Вот даже по звуку слышно. Это окончание красное, оно более мягкое. Ну, как бы сейчас не на чем показывать, нет смысла, это уже отдельная история. Принцип работы вот такой заложен. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам легких работ.